Здравствуйте. 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 Я участница X-Factor. А вы? Я Костенко Ингрид. Прошу прощения, нескромный вопрос. Папа Эльф? Да. Держите, это ваш номерочек. Спасибо. Его наклеить на одежду перед выходом на сцену. Спасибо. У меня бабушка чистокровная немка, и, ну, мама жила в Германии, поэтому так. Только что я знаю, это немецкое имя, и что хочу, то себе и придумаю. Я люблю все, что связано с творчеством. Даже, может, и... Вот даже я задумывалась астролог же стать. Это интересно, но я потом сидела, думала, я буду высчитывать это, сидеть, а потом такая... А как же мои концерты? Ну, с детского садика вот такая какая-то была необычная. Я говорю, с ней, о ней нельзя было сказать однозначно всегда. На музыку она записала себя сама. Петь — это не то, что легче, чем играть на фортепиано, но больше есть возможностей как-то выкрутиться, если не знаешь слова. Или там не помнишь ты мелодию, но забыл, но бывает разное. Ну, как? Внутреннее. Есть? Есть. Хорошо. Ну, давай тогда, пока не потеряла. Давай вперед, Мирата. Здравствуйте. Здравствуй, такая прелестница. Что ты нам покажешь? Я буду исполнять Вивьен Морт. Годі говорити про того, кого нема.